Перед вами вид на Самару с правого берега Волги. В музее Алабино не так часто встречают столь внимательных посетителей. Большинство студентов Аньхойского университета впервые не только в Самаре, но и в России. Многие из ребят изучают русский язык, но хотят понимать не только речь, но и нашу культуру. Мне очень повезло, что я приехала в Самару. Я хочу своими глазами вижу эту сторону. Перед поездкой в Россию китайские студенты проштудировали много информации о нашей истории и почитали русских классиков. Волга-Янзы. Форум называется в честь двух великих рек. Самой длинной в Европе и самой многоводной в Евразии. Членам китайской делегации интересно было сравнить их воочию. Раньше я видел Волгу только на картинах. Сегодня она была очень спокойной и легкой. А Янзы течет с горы, на ней много порогов. Это единственная разница. Обереги очень важны для наших стран. Не так много времени было у китайских студентов для знакомства с Самарой, но ребята полны впечатлениями. Они отметили необыкновенное радушие жителей города и высокий экономический потенциал. Впереди общение со сверстниками из разных регионов и стран на Иволге. Инесса Панченко, Григорий Плешаков. События.